Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца кота Тома. Том, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка отведем нашего Тома в ванную комнату. Отлично. Итак, в прошлой части надели мы вот такой вот замечательный костюм Мэн-Кунеко. Благодаря вашим отзывам и комментариям мы его выбрали. Очень здорово. И все сделали в таком чудесном королевском стиле, чтобы подчеркнуть вот эту чудесную шорстку нашего котика. Очень здорово. Ага, вот отсутствует интернет. Ну ничего. Так, вот так. Очень здорово помыли котика. А теперь давайте-ка смоем. Очень здорово, очень симпатичный чистый котик у нас получился. Замечательно, друзья. А теперь давайте-ка посадим за стол и поздравим одного из именинников. Итак, друзья, сегодня день рождения сына Стаса, одного из... Друзья, итак, друзья, у нас сегодня есть именинник. Это сын Саши Кречетова. Друзья, сегодня у нас есть именинник. Сын Саши Кречетова, это Стас. Итак, дорогой Стас, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего наилучшего, успеха, удачи во всех твоих делах. Еще, друзья, передаем приветы от нашего любимого котика Тома, мистер Мише, Сони Степ, и также передаем большущий привет Максу. Итак, друзья, всем вам привет и лучшие пожелания от нашего любимого котика Тома. А сейчас давайте-ка накормим нашего любимца. Вот это кусочек тебе за именинника. Это просто так. Вот, здорово. Отлично, друзья, накормили хорошенько нашего Тома. А сейчас давайте-ка поднимем ему немножко настроение. Что-то он у нас совсем загрустил. Вот так, здорово, хорошо. Гладим. Хороший котик. И, друзья, мы сейчас должны перейти на 112 уровень. И да, получилось, друзья, отлично. Итак, мы переходим на 112 уровень. Очень хорошо. Здорово. Итак, у нас награда 600 монеток. Замечательно, друзья, очень хорошо. А сейчас, друзья, давайте-ка мы отправимся... Вот так у нас кладем. Вот, отправимся, друзья, в гардероб. Снимем вот эту замечательную королевскую корону. Вот этот чудесный шерсть Мэн-Кунеко. И еще вот эти замечательные глазки Мэн-Кунеко. Здорово. Итак, друзья, я подвел подсчеты согласно ваших голосов. И сегодня у нас выиграла бриллиантовая шорстка. Спасибо за ваши отзывы, ваши комментарии. Итак, друзья, пишите, какая из этих вот этих шорстков вам больше нравится. И согласно ваших голосов будем выставлять шорстку для каждого дня. Но сегодня выиграла бриллиантовая. Я ее вычеркиваю, обнуляю до нуля. И мы идем дальше по вашим, друзья, комментариям, по вашим отзывам. То есть следующая шорстка, которая завтра наберет больше голосов, то и будем дальше мы с вами снимать. А пока бриллиантовая обнуляется. Итак, вот, дошли мы до конца. То есть пишите в комментариях, какая из шорсток вам больше нравится. А мы пока одеваем вот эту замечательную бриллиантовую. Очень хорошо, друзья. И еще давайте как бриллиантовых подберем красивые замечательные глазки. И это либо вот эти голубые, похожие на голубые бриллианты, очень здорово выделяются. Так, красные не годятся, желтые тоже не особенно. Либо вот эти серебряные, тоже они блестящие, очень красивые. Так, золотые не годятся. То есть, друзья, два вида глаза, которые наибольше мне понравились, которые мне, по крайней мере, кажется, лучше сюда подходят. Вот эти голубые и серебряные. Ну, давайте-ка, друзья, на серебряных остановимся. Хотя голубые бриллианты очень идут. Вот, давайте-ка, друзья, еще посмотрим, какая одежда, возможно, подойдет нашему бриллиантовому Тому. Итак, рассматриваем, что же сюда может подойти. Вот такие вот чудесные наряды, очень симпатичные. Итак, друзья, есть из чего выбрать. Ну, жаль только, что немножко они скрывают нашу шорстку. Но некоторые подчеркивают. Некоторые довольно-таки неплохо подчеркивают.
Я что-то смотрю, друзья, то есть к одежде лучше подошли бы вот эти все же голубые глазки. Вот давайте-ка, друзья, вот поставим назад вот эти голубые. Если одежда, они лучше выделяются. Вот посмотрите, пожалуйста, друзья. Вот видите, как здорово выделяются на фоне одежды. Довольно-таки неплохо идут. Особенно вот смотрите, как здорово. Вот такая вот интересная зимняя пижамка и голубые глаза очень-очень здорово выделяются. Так, ну что, замечательно, друзья. Вот есть красивые варианты одежды. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какая из одежды лучше подходит к нашему Тому, вот этому чудесному бриллиантовому. Глазки однозначно голубые, очень здорово, хотя серебряные по-своему тоже неплохо. Так, ну вот, дошли мы до конца. Давайте-ка посмотрим, что еще с головными уборами. Какая бы прическа, либо вот этот, в принципе, голубой ирокез глазкам неплохо подходит. Смотрим дальше. Ну, остальное что-то не очень, не очень, не очень. Так, смотрим, друзья, чтобы подобрать интересные. Вот такие вот чудесные. Чудесные есть всякие и шляпки, и наряды, и прически. Есть из чего выбрать, друзья. А, вот такой вот волшебник, полицейский, военный, ниндзя. Забавный, очень-очень забавный Том у нас получился, друзья. Так, вот, здорово. Ну, неплохо, неплохо. Очень довольно-таки забавные, интересные варианты у нас появились. Так, ну, возможно, друзья, все же мы давайте-ка не будем сегодня надевать на него одежду. А, смотрите, как здорово фуражка пилота подходит. Неплохой вариант, довольно-таки симпатичный. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка пока не будем надевать одежду, давайте-ка сделаем вот какой-то ремонт и обновление у нас в гостиной. Давайте-ка мы гостиную как-то совсем по-другому сделаем. Итак, у нас есть разные стили. Есть вот такой вот романтический стиль, жуткий стиль, космический стиль, обычный стиль, новогодний стиль. Так, ну это телевизор. Вот видите, просто несколько вариантов телевизоров. Так, кроме того, еще и современный телевизор. То есть, друзья, трудно сказать. Кукольный домик. Это несколько вариантов жуткого. Какой из этих вариантов лучше подойдет бриллиантовому Тому? Ну, давайте-ка попробуем, возможно, современный стиль. Вот так, зеленый кристалл мы оставим. Обои сделаем вот такими современными. Хорошо. Современное кресло. Современный ковер и королевский современный паркет. Вот так. Но на этом современном фоне, видите, наш Том слабо выделяется. Вот это только плохая причина. А так, в принципе, очень-очень здорово, очень-очень симпатично. Так, ну что, друзья, давайте-ка, наверное, все же сделаем все. Либо напишите в комментариях, какой бы стиль лучше подошел к нашему вот такому вот чудесному бриллиантовому Тому. В принципе, я вижу, вот этот королевский, в принципе, тоже неплохой. Довольно-таки, но хотелось бы какие-то необычные изменения. В принципе, этот современный стиль неплохой для нашего котика. Только вот шерстка его не очень сильно выделяется. Вот на этом светлом фоне. Он, конечно, сияет здорово, но недостаточно. Итак, давайте-ка еще вот в ванной комнате тоже внесем изменения. Вот так, хорошо. И заслонку поменяем, отлично. Вот так, замечательно. Смотрите, друзья, как здорово все у нас получается. Вот такой вот современный, довольно-таки симпатичный стиль. Так, еще и в спальню мы тоже внесем изменения. Вот так, хорошо. Так, ложе меняем на современную кровать. Светильник поменяем, постельное белье поменяем. Обои внесем изменения и картинку мы тоже поменяем на современное искусство. Вот такой вот забавный, чудесный у нас получился сегодня Том. Так, ну еще, друзья, давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее задание. А сегодняшнее задание у нас завершить раунд 8 быстрее 10 секунд в игре соединения. Ну, я думаю, с этим мы быстрым справимся. Итак, соединяем линии. Здорово, все у нас чудесно получается. Итак, пробуем, друзья. Вот так вот. Отлично, и еще вот так. Да, замечательно. Итак, продолжаем, друзья. Вот такие вот забавные комбинации соединений. Собираем одинаковые цвета. Вот, замечательно. Соединяем такими вот светящимися линиями. Очень здорово. Итак, еще одно.
соединение. Так, и да, 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 друзья, и у нас получилось выполнить условия. Ну, давайте-ка еще вот это соединение сделаем. Вот. Хорошо, и на этом закончим. Да, очень здорово, очень мило, друзья, все у нас получилось. Замечательно. А теперь давайте-ка полетим. Так, друзья, вперед, полетели. Посмотрим, куда же мы сегодня попадем. А сегодня мы попадаем, крутится, крутится, в Америку, в Парагвай. Здорово, посмотрим, какой же там Том. Ой-ой-ой, посмотрите, какой прикольный. Ой, случайно нажал. Вот такой вот в Том. В желтом комбинезоне, тигровая шерсть с львиной гривой, довольно-таки необычный, забавный Том. Здорово, здорово, друзья. Отлично. Ну и на этой замечательной ноте, друзья, мы будем прощаться. Итак, друзья, другие серии нашего любимца Тома смотрите в плейлистах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока-пока, друзья, до новых встреч!